Привет, это Reborn. У Каргаса вышел новый видосян, называется Final Fantasy 16, не эксклюзив PlayStation 5. Давайте посмотрим, думаю, будет что-то интересненькое, поехали. Слышал, у тебя дела не очень, поэтому подобного рода эксклюзив поможет тебе взлететь. Почему так, на? А, это про этот, как бы, Веном был. Я играл во многие Final Fantasy. Я играл только в одну Final Fantasy 5 минут. Я не помню, в 14 или в 15. Какие-то были отличные, какие-то сомнительные. А в каких-то у главного героя словарный запас состоял из одного слова. Я извиняюсь. Chaos, chaos, chaos. Любит он хаос, походу. Но каждая Final Fantasy привносила что-то новое. Седьмая часть привнесла настоящее 3D. А вместе с этим и несколько тысяч орных пародий. А еще ремастеры, и ремейки, и ответвления. Dirge of Cerberus. И предыстории, и фильмы, и ремастеры. Я какой-то фильм сейчас смотрел давно. Фильмов, да. И аниме, и хен... Но на это... Блин, вот об этом надо чуть поподробнее, тебе не кажется? Инновации не закончились, и уже восьмая часть показала фанатам настоящие качественные катсцены. Правда, японские. И после некоторых из них у вас, возможно, появится... Шизофрения. Почему? Уже в десятой японцы по-настоящему разгуляют. Вот что, блин, болтается у него там все. Тут и некстгены, полноценные CGI-сцены. Так. По подбородку и на... Вот бы еще сегодня было понять за одно прохождение 80-часовой игры. Охренеть, полнопрождение. 174 часа, какого фига? И для настоящей концовки не пришлось бы проходить еще одну 80-часовую игру. Охренеть. И было бы вообще... Найс. А вот Final Fantasy 11 первая попытка сделать из... Это MMORPG, насколько помню, да? Финалки ММО. Попытка, если честно, так себе. Мало того, что... Не понял, SSD? Первая попытка сделать из финалки ММО. Попытка, если честно, так себе. А зачем хард, не понял. В чем прикол? Настолько тяжелый или что? Мало того, что выпускать ММО на PlayStation 2 была не лучшая идея. Ну, тут согласен полностью. Так еще и попробуй объяснить людям в 2002-м, что такое интернет. Он нам не нужен, интернет ваш! В 2012-е авторы постепенно начали отходить от пошаговых боев и готовить фанатов к 13-й финалке. Ой, мне пошаговые бои вообще как-то не особо нравятся, поэтому я, наверное, не играю в японский RPG. Который на данный момент самая длинная история. В принципе, это было несложно. Ведь каждый раз, когда Square Enix начинали делать следующую часть, выходило продолжение 13-й финалки. Даже 15-ю делали как 4-е продолжение 13-й финалки. Ну а 15-я, хоть и остается самой спорной, это была первая Final Fantasy, в которую добавили... Во-во-во, вот в эту я играл минут 5. Масштабы полноценного европейского RPG-ства. И при этом целых 0 геев за всю игру. 4. И трава в 15-й финалке была зеленее. И дизайн у женских персонажей был... Неплохо. Ну что же нового привнесла Final Fantasy 16? Как-то странно он бегает. Кроме сюжета из Игры Престолов, персонажей из Игры Престолов, постельных сцен из Игры Престолов, карты из Игры Престолов. Что-то реально Игра Престолов. Геев из Игры Престолов. И смертей из Игры Престолов. Но почему-то самого главного из Игры Престолов не показали. И смерти персонажей Final Fantasy — это действительно что-то новое. Я бы даже удивился, если бы за последние 20 лет Final Fantasy хотя бы один главный герой доживал до конца игры. Серьезно, что ли, все главные герои откидываются? Final Fantasy Type 0 вообще 12 главных героев убили под радостную музыку. Серьезно? Веселуха прям, сейчас усусь от радости. Кекс? Так он был в каждой части. Просто искать нужно на отдельных сайтах. Не на ютубчике, да? Завязку сюжета с... А в игре не будет, если я игру захочу поиграть? Кристаллами, королевскими интригами и убитым батей, вообще в наглую взятой из FF15. Вместе с дизайном главного героя и дизайном главной героини. Допустим, дизайн песика тоже. Варюги. Такими темпами Final Fantasy 17 из инноваций будет только плавание, которое почему-то Next Gen PlayStation 5 не вытягивает. А почему он не плавает так? Ну, кстати, наверное, может быть, потому что пойдет ко дну, потому что, как бы, смотрите на нем, сколько железа. Square Enix буквально пытается нам впарить, что главный герой в 2023-м не может перейти через лужу. Да бред, вообще какой-то, согласен. И у нас тут нет открытого мира, и такие технологии еще недоступны. Вот, кстати, Final Fantasy X 2001 года, где тоже нет открытого мира. Черная ма... Но плавать умеет! Чуть реально странно, почему они не сделали его плавающим? Больше всего изменений подвергся геймплей. Ведь теперь Final... А что у нас будет временным консольным эксклюзивом PS5? Это временный эксклюзив PlayStation.
А геймплей тут причем не понял. А значит, в нее будут играть особенные геймеры, которым нужно объяснять, как двигать камерой, ходить, карабкаться по Геншин. Геном открывать сундуки, обучение прям как в Геншине. Не хватает только детей. А большего мне и не надо. Основную механику боевскую Эник взяли из Honkai Star Rail. И теперь помимо полоски ХП, у врагов есть шкала стойкости, после пробития которой любой монстр дружелюбно встает в позу раком и начинает терпеть. И это абсолютно нормально, когда вы сбиваете полоску стойкости, допустим, богу. И он терпит умноженный урон. Нифига себе, бог терпит, прикиньте. Пока множители есть. Да, множителей не чувствую, мало. Здесь даже как Genshin Impact можно отдельно скачать японскую озвучку. О, вот это круто на самом деле. Ну вот только финалки озвучка весит 1 гигабайт. В то время как для Genshin'а за... 13 гигов озвучка! Прикиньте, на телефон, значит, начинаешь скачивать, блядь, озвучку, это жесть. Май 12? Ну тут сразу понятно, что Genshin 12 раз лучше. Правда, из-за таких объемов скоро придется выбирать, что важнее. Фотографии семьи или обновление для Genshin. А мне Genshin дороже семьи. Угомонитесь, михуё! В моем 6-м айфоне только 16 гигабайт памяти. Обидно. Но не переживайте. Я очень сомневаюсь, что ты, конечно, Sims хочешь. Если в вашем айфоне недостаточно памяти для современного мобильного гейминга... Купите новый! Есть выход! Нужно просто купить новый айфон! Да. Ага, купить! За 170 тысяч почти! Смотри, сколько это? Много денег? Ну или... Вот, очень много просто денег. Просто оформить айфон по подписке от 1500 рублей в месяц. И по подпискам на технику Apple уже давно выживают люди в Европе и Америке. Это типа подписка, это типа этот, что ли? Как кредит? Ведь это не только выгоднее, чем какая просто жесть. Покупать каждый год новый телефон и продавать старый. Но ну-ка. Спустя 12 месяцев тебе бесплатно предоставят обновленную модель айфона без лишних доплат. А если модель... Чё за бред, вообще первый раз такой голос. Понравилось, то можно доплатить оставшуюся сумму и выкупить себе телефон полностью. И все это безо всяких кредитов в банках с их процентами и переплатами. Это реально выгоднее, быстрее и дешевле. И сейчас только сервис Pedant Market предоставляет более... Давайте мотём. Всегда... К сожалению, из-за риску на... Я первый раз про такое говно слышу. Имеющий мощный iPhone можно прямо сейчас по ссылке в описании. К сожалению, из-за всех невероятных инноваций из Final Fantasy пришлось вырезать такую незначительную вещь, как... Хотя бы какое-то взаимодействие стихий. В игре, в которой сразу 8 стихий. И в тот момент, когда ты... Ты же взаимодействие стихий думаешь, не понял. Что ничего более нелепого уже не будет. Игра показывает битву двух элементалей огня, которые пытаются убить друг друга огнем. Огнем. Это получится разве? Тем не менее, сколько... Блять, они же огненные, типа им огонь не должен наносить урон. Очень рады превратить Final Fantasy 16 в слэшер. И для этого... Я ненавижу слэшера, если честно, почему-то... Пригласили известного разработчика... Рёта Сузуки. Devil May Cry 5. На роль дизайнера боевой системы. И по его словам, Final Fantasy 16 это его личный шедевр. Ты спятил. Что ты несешь? И сошел с ума. Это же тетрадка. Но если немного покопаться, выясняется, что над боевкой DMC 5 вообще работали сразу 18 дизайнеров. Куда так много? Что же делал именно этот разработчик? Раскладку управления для ПК. Серьезно? Ну не будем же... Это забавно. Мы критиковать человека за то, ну, я сомневаюсь, что конечно. Он забыл добавить в слэшер комбинации, блок урона, индикаторы атаки врагам, добивающие удары, которые, например, добивают. Но что же тогда означает хороший слэшер, по мнению этого разработчика? Ну-ка. Это когда у всех врагов здоровье, как у боссов, и после одного жирного врага, спустя пару секунд... Появляется другой. Мощность способности измеряется спецэффектами, от которых сгорают... А пользователь PlayStation 5 пожаловался на перегрев консоли во время игры Final Fantasy, ни хрена себе. PlayStation 5. Еще! И кто-то из создателей понимал, какая по итогу получилась. Какуля. И нашел решение этой проблемы. Ну-ка, какое? Курица с автобоем, автоуклонением, автоиспользованием хилок и Это типа ты купил себе игру однопользовательскую, и у тебя там автобой. Я могу это понять, типа, в MMORPG-ах, но здесь-то это нахрена нужно. Это применением умений собаки. В принципе, единственного хилера в этой игре. Я хирург! И даже добавили целых два режима. Хер-урк. Чем о сложности. Например, в сюжетном на вас будут сразу одеты кольца, а на нормальном придется их одевать вручную. В принципе, это все отличия. Типа, они уже есть, да? Их просто одеть надо. Че за бред? Естественно, эти кольца можно и не надевать. Ведь сняв их, вам всего лишь придется одновременно нажимать 12 кнопок 10 пальцами на протяжении 40 часов.
Прохождение основной сюжетной линии ролевой игры Final Fantasy займет 35-40 часов. 23 из которых битва с врагами. Какой вообще сумасшедший станет отказываться от такого удовольствия? Виталик колечко специальное нацепил. Я им доволен. Но для фанатов Final Fantasy в первую очередь ролевая игра. Ну знаете, эти RPG, когда у персонажа можно распределять характеристики, например, самому. Я не понял, он это сам, это за меня, что ли, характеристики распределяет? Видности оружия немного больше, чем одноручный меч. Выбор, ты где? Я не вижу выбора. Я не буду приводить пример Final Fantasy 15, где у оружия было 9 типов и сотни вариантов. А смена одежды менялась одежда. Так почему же не всем доступны эти поразительные технологии? Потому что... Потому что PlayStation хорошо. Напарниками можно было управлять, как и во всех Final Fantasy. Я сравню новую На самом деле, блин, мне вот это не особо нравится, когда типа еще напарники есть какие-то, блин. Сами управляйтесь с собой, чего мне еще за вами что ли играть? Финатус еще? Действительно так. Грозным соперником. Третья финалкой. Даже там у оружия были дополнительные характеристики, а не только урон и легендарный урон чуть посильнее. А ведь были времена, когда ту же прокачку финалки делали не для гуманитариев, а минимум для математиков-сатанистов. Такая жесть. Возможность его резиста крайне мала. Как здесь можно что-то понять вообще? Есть кое-что более тупое, чем сделать полноценную карту. Оставить место для мини-карты, но не добавить в игру мини-карту. Мне лень. И это местный стелс, которого в игре физически не существует, но персонажи упорно пытаются делать вид, что он есть. Посмотри, что они сделали с моим мальчиком. Final Fantasy 15. Зачем? Да, конечно, тоже были проблемы со стелсом, но он там был. Зачем-то. А еще там было нечто куда более важное для атмосферы игры. Какое, смотрите, курица. Сиськи Шивы. О, сиськи — это хорошо. И все же Final Fantasy... А здесь нет их, да? 15 остается ролевой игрой. Ой, жесть. Так в магазине написано. А, ладно, ну если так написано, значит 100% она ролевая, да, естественно. Это вкус лжеца. Правда, фанаты всех этих приколов не оценили, и новая часть продалась на... А в рознице 74% хуже, нихрена себе, это прям дохрена. Много хуже прошлой. Чё лично, просто бизнес. Кто же знал, что если ты делаешь свою игру временным эксклюзивом одной консоли, потом у тебя могут появиться вопросы к владельцу этой консоли. Где мои деньги? Ну что же, обычный геймер получил от очередной эксклюзивной сделки, честно, не монополиста PlayStation. Это кислород, братуха. Это же пустая трата времени, которой мне так не хватает. Стабильные шесть... Это не в Гарри Поттере было? Я что-то, у меня что-то такое чувство. Ну, по крайней мере, голос Рона, не? Ну, вряд ли это оттуда. Я не помню уже, где это было. Но я это помню. 50 кадров, если ты смотришь в небо. В смысле, PNG-картинки неба. И полноценные 1080 пикселей. Практически всегда. Ну, подумаешь, вдруг... Не, наоптимизировали. Final Fantasy на PS5 ранее от разрешения вплоть до 720 и апскейлит FSR1. Не знаю, что такое. Пока графон падает до 720. Не так уж и капец. Много в этой игре бит. Между ними иногда бывают и... Это вроде PlayStation 5, блин, она типа должна быть, по идее, мощной. Катсцены настолько прорывные, что вы буквально не отличите их от геймплея. Если не видите разницу между 30 кадрами и 60, означает ли все это, что PlayStation 5 больше не вытягивает новые игры? Да не, плойка вообще не напрягается, просто перегревается. Господи, я горю. Купил себе игру поиграть, взяла и взломалась консоль. И так как здесь у нас темная фэнтези, локации в игре тоже темные. Чтобы ничего не видно было, но да? Благодаря современным технологиям трассировки лучей, главный герой может освещать местность с помощью заклинания, как было и в прошлой части. Но чтобы вам было удобнее, это заклинание герой использует исключительно автоматически. Два раза за игру. Мне стоит... Серьезно? Говорить, что в игре чуть больше, чем две темные локации. А что-то бредятина какая-то тогда странная. А почему так? Ну а сюжет? Он и в Хундае есть. Вот только если концепция... Final Fantasy Versus, что сказать, назад? Концепцию прошлой финалки прорабатывали на протяжении 10 лет, то идею для новой взяли из самых популярных аниме. Но вы знаете, эти аниме, где все... Топ-10 аниме, где Гага сильный, но притворяется. Ты думаешь, что главный герой слабак, но на самом деле он имба. Я избранный, судьбой. Сындук! Хотя мне могло и показаться очень много раз. И как у любого порядочного главного героя, у Клайва есть вечный заклятый враг. Шизофрения. Он буквально постоянно дерется самим собой внутри своей головы.
Что, дурак, что ли, совсем? Зачем ты это делаешь? Там настоящий противник есть, сними побейся. Посредственно. И в тот момент, когда ты думаешь, что Шиза сейчас одолеет Клайва, на помощь приходит биполярка, и он принимает свою истинную сущность. Добро пожаловать в психушку, дом родной. Мотивация спасать мир у него тоже очень логичная. Ему так сказали. Ну подумаешь... Все, сказали, поэтому мать делай. Мать продала в рабство, родное королевство уничтожили, семью и друзей вырезали, а на протяжении 13 лет он убивал всех подряд. Но как только... Всех подряд. О, чувак! Когда находит свою подругу детства, в которую был влюблен, персонаж вдруг... Все будет офигенно! Правда, перед этим он из... Как я давно не слышал эту песню. Бил ее до полусмерти. Серьезно? И за время боя даже не пытался подумать, что в мире не так уж и много молодых девушек с седыми волосами. На свете вообще не должно быть женщин. Еще так пнул я. Только мужчина и я. Ну для... И ты? Так ты же му... А, он... Справедливости еще в прологе, когда на его королевство напали, герой задумывался о ее спасении примерно 0 секунд. Загадка женственности. В этом... Какая мерзость. Или вообще мало кто любит думать. Каким-то образом обычные люди смогли веками порабощать всех, кто умеет использовать магию без кристаллов. Не, ну а что они там, эти крестьяне? Их же я. При том, что максимум, что можно делать с кристаллами, это сушить одежду. И все равно на протяжении столетий никакому волшебному художнику не пришла идея о великой магической расе. У них нет мозга. И только в королевстве Клайбек мага... Это типа еще отсылка на Волан-де-Морта, помимо того, что... Мы относились как к людям. И если бы не предательство королевы, все бы остались живы. А то, что главный замок охраняли два бомжа, и никто не додумался объявить тревогу, ну это сюжетные условности. Гениально. Если задуматься, то в мире Final Fantasy у каждого королевства свои приколы. В одном власть делится между военными и борделем, в другом сатанисты, в третьем сектанты, в четвертом вообще негодяи. Почему я черный? И только в кристальном... Нифига себе, какой кристалл огромный. Да в нее не все стабильно. Че за фигня? Просто нюхай особенные цветочки три раза в день, и шея болеть не будет. Но кое-что объединяется. Тут вообще шеи уже нет, по-моему. Эти земли. И это не надвигающийся конец света. Так. И даже не постоянные войны. А одна белобрысая путана, переспавшая сразу со всеми в этой игре. Я ваш блядки секс, проделки. Она просто коллекционирует мужиков, походу. Две белобрысые путаны. А, ну обе коллекционируют. Фактически только они и двигают сюжет. Ведь из-за одной нашу первую базу уничтожил нас... Ты двигает сюжет тут это, что ли? Да? Титель божественной силы Титана. И так началась арка мести. А вторая наша мать родила от нового короля сына, который свел с ума носителя Багамута. И так началась гейская арка. Вы только посмотрите, мальчик. В королевстве носителя Одина, в принципе, в его бедах с башкой тоже виновата женщина. Но она была голой и при этом его матерью. Что? А значит... Тут все шизоиды. Мне нравится. И все это... Какого хера там происходит? Так и оставалось набором бессмысленных пародийных сцен на Игру Престолов. Но в конце их всех объединяет главный злодей Ультима. Оказывается, бог этого... Фига себе, у него 4 руки. Мир и создатель людей не просто манипулировал всеми и подталкивал мир к апокалипсису, чтобы перезапустить его. Он буквально превращался и в Бенедикту, и в мать Одина для перепихона. О, фу. Зачем? Не задавай глупых вопросов. Потому что мне так захотелось. Это же очевидно. Потому что... Да. Даже ребенка от нового короля у матери Клайва никакого не было. И все 10 лет это был Ультима. Мужик явно поехал кукухой после стольких перезапусков мира. Это что, не подождите, он сразу нескольких людей, что ли, изображал? Ты очень странное, жалкое существо. Мне жаль тебя. И, возможно, у него бы все получилось. Но в команду он записал себе явно не тех. У одного все мысли были только про... Бенедикт. Бенедикт, Бенедикт. А у второго проблемы с башкой еще больше, чем у самого Ультимы. Убил их почти всех. Скольких ты убил? Ни одного. Как... Так это почти все. Я бы еще много чего сказал об Ультиме. Как, например, что он не бог, а инопланетянин. Древний храм — это обломки космического корабля, который вообще охраняют роботы из Звездных войн. Фига себе, блин. Дроидыки. Реально были дроиды какие-то. Физические кристаллы не из этой планеты. Но какой в этом смысл, если главный герой больше удивляется не технологиям будущего и световым мечам, а камню на входе в этот храм? Камушек, смотрите, какой красивый камушек, я заберу его себе. Камень я не дам. Конечно, Final Fantasy 16 есть за что хвалить. И это битва с огромными боссами. В этот момент на экране происходит буквально все, что могло прийти в голову японцам. От братского слияния в огромного монстра. Ведь я! Ведь мы! Тут как обычно, блин, да? Бесконечное слияние Гуренлога! До
выиграла битву в стратосфере. Вот что в космосе, за это респект. А если спецэффекты случайно получится рассмотреть самих гигантов, то можно поразиться великому японскому дизайну. Срань японская, это же кибернетический паровоз-трансформер из Новосибирска. Но если бы все было так замечательно, этого видео не было бы. Поэтому разработчики из бедной инди-компании решили, что использовать один единственный саундтрек в практически всех битвах с боссами — это отличная идея. Серьезно? Так это же пипец какая-то халтура странная. Нет. Чувствуй ритм. Мне еще как-то не особо крутой саундтрек. Чувствуй ритм. А можно что-нибудь по драйвове, я не знаю, тут все-таки босс большой, но можно рока навалить? И какой момент игры не упомяни, везде чувствуется, что многим разработчикам... Спарнис подал в отставку, он передает свой пост новому главе Кимета. Сквеникс немного не понравилось, что инди-монополисты Sony начали диктовать свои постпокены. А где ребят? Открытого мира по заявлению быть не должно, но он есть. Просто создан из кишков бездарными дизайнерами. Сука. Дополнительных квестов сотня. Но абсолютно все до единого эти квесты на уровне ежедневных заданий из Геншина. Ну, как обычно, ненавижу такие вот доп-квесты всякие во всех играх. У них раздражают есть они история. Меня. Но чтобы ее покушать, сначала нужно принести 4 куска грязи. И если покопаться, в игре действительно проработана история мира. Вот только чтобы ее узнать, нужно прочитать сразу 4 википедии внутри игры. Разочарован ли я? Короче, сделали не игру, а книжку. Да не, просто выбираю себе новый iPhone для мобильных игр, чтобы больше не запускать PlayStation 5 на сайте Pedant Market по ссылке в описании. Могу тебе поступить на правильное дело. Обзор семи смертных грехов Геншина и Devil Gacha Cry. А если вы жмяк на 60 тысяч лайк, я дать вам 3 видоса в августе. А настоящий релиз Final Fantasy ждет. Ждем, короче, новых роликов от Каргэс. Офигенный этот получился. И смешной, и интересный. Я финалку я играть вряд ли буду. Ни плойки нет, не особо мне интересно она, если честно, почему-то. Вот, но в любом случае было интересно посмотреть. Спасибо вам большое за контент. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.